Вот так выглядит благодать. Краски вечера. Солнышко уже садится. Вода тихая, спокойная. Как говорят, тишь да гладь. Божья благодать. Ах, какая красота! Невозможно этим не восхищаться. Единственный минус – нету ветра. Летает куча комаров, они просто роятся возле телефона. Вот он, прекрасный и неповторимый закат солнца. Боже мой, там такая маленькая лужица. На ней полным-полно птиц. Далековато я не вижу. Что за птицы? Я их только слышу. Но их очень много. Попробую подойти поближе. Боже, сколько комаров. Их тьма тьмущая, видимо-невидимо. Боже, знаете, что я хочу вам сказать? Красивейшие утки. Просто красивейшие. Видно, только недавно прилетели. Не дают близко подходить. Сразу или уплывают, или улетают. Ну и бог с вами. Летите, летите.